занимаются уже не первый год и с азами футбола на «ты». Сделать финт или поймать мяч в воротах – дело техники. Баловство и прочее, но оно никак не принимается. Впитывают как губки наставления тренера и очень стараются на тренировках. Все готовы, мячики отбрасываем, погнали, 3 кружочка легким бегом. Здесь собрались только лучшие в своей возрастной категории – юные игроки в мини-футбол. Именно этим ребятам выпала возможность показать, на что они способны в Москве, на просмотре в спортивном клубе «Спартак». Ребята разные, то есть с разных районов, с разных школ. Когда открывали секцию, дали объявление, начинали откликаться люди, потихонечку приходили в секцию. Сейчас в секции, там, ну, наверное, более 35 детей уже занимается. Главная возможность – это, конечно, стать частью команды мини-футбольного клуба «Спартак Москва», заиграть на профессиональном уровне. Ребята уверены в своих силах и с нетерпением ждут возможности показать свои умения. Футболисты делятся своими эмоциями и ожиданиями от предстоящей поездки. Большое событие для нас. Мы едем туда представлять наш округ. Мы будем играть, соревноваться с другими, с московскими ребятами. Поступило предложение тренеру. Тренер нам сообщил, что будут сборы в Чите, в город Москву, по мини-футболу. Приехал с командой, 4 человека. Такой шанс выпадает не всем, и каждый из ребят это понимает. Поехать смогут те, кто покажет себя с лучшей стороны, выдержит все нагрузки и умело сыграет в команде. Последнее слово всегда за тренером. Юным футболистам остается пожелать удачи. Григорий Анипер, Константин Васильев, РТК Забайкалье.